Здравствуйте, ребята. Гамар Гурбат Биджебу. Сегодня, значит, решил я вот снять видос насчет чешского крана. Я там и сальники менял, ребята, и сердцевинный вот механизм, значит, менял. Эсэг Биджебу. Гамуцвали сальникевиц, механизмиц гамуцвали, маграм арешуэла, да? Сакмираши эхлагихсни. Значит, сейчас объясню, ребята, в чем дело, значит, и что я обнаружил в этом кранчике, почему сальники уже не держат. Я сейчас покажу близко, как он течет, естественно, если гигачуэни трогают свои тавскали. Вичебом, лигубребом, да, ваши излеба, амас ушвелу, айнахет, болунде, вот так эти лира ткнул, да, эртиц меорец, маграм, арцхдеба, цхали. Значит, ребята, ну, он до упора уже, но не держит, короче. Сейчас, значит, посмотрим, в чем же дело. И как я его собираюсь чинить, значит, чтобы сальники не менять и так далее. Ну, в смысле сальники не менять. Я сальники уже давно менял, но не помогает. Сейчас, значит, закроем центральный кран. Вот, входной, так сказать. Закрыли центральный кран. Закрыли. Так, давление спустим. Вот так. Если говорить, не вас кого шепт. Форга мозгас. Если говорить, бича бы я вигебт чуен картфул русулат видеос. Ими том ром картфул хелмом цэрэ бират кванда. Сота. Камни браздынен ру. Рато изе марто русулату картфулат изгадайо да. Медик Зарамокс, Вилеб Оренази. Не выбрал бумага, а их снит эхла раз. Если ратом Вилеб Хулме умеет сад русулат, не выбрал бы имитом ром, сальники эхла. Сота диди акчак, не был там сальник чуть-чуть большой стоит. Я его сейчас отверточкой вытяну его оттуда. Сейчас я отверточку возьму. Такс. Если гимитом вирепхоме, мы говорим о русулат, упроумете стилат видео и всром. Если ги копил сабчота кавширши, ицис, умете сма русулиена, мы говорим о да. Чем интересия, рад к вам дару, рад смети адамьяни у курепс. Чем видеос, вот сальник достали. Да, рад смети адамьян смиву отсюда. Если откуда, то гадал всем азрс. Значит, ребята, сейчас посветим туда. Если он что-то зафиксирует, я вам скажу причину. Значит, эхлагетрит мизес. Вот там, по диагонали, ребята, смотрите, вот, значит, без 10, 11, без 10, 10, короче. Эсеги, мегубреву, отсруатицу тиукли, ахедавтхо, и какс раковина. Значит, там раковина, ребята. Я эту раковину, значит, хочу, вот на эту раковину как раз этот прилегает сальник. И, естественно, сальник раковину не закрывает и течет оттуда, значит. Если я мегубребу хедал тухом, значит, без 10, 10, вот там раковина. Эту раковину, ребята, сейчас я собираюсь, значит, сейчас я собираюсь эту раковину выровнять, вот, бормашиночкой, вот бормашинка, ребята. А я борманканит мида, если мы говорим о камовасторве, раковина, если радка он да цадо тесром икос диаметри, ай диаметри шевида, диаметр, значит, подходит, ребята, значит, сейчас я постараюсь, значит, уже раковину убрать оттуда. Ну, дошло, да, ребята? Ну, раковина откуда там взялась, я, к сожалению, не знаю. Ну, возможно, там камушек какой-то застрял. И оттуда и взялась. Сейчас посмотрим. Ну, раковина. Бичай, если раковина, была бы садгас на хивар миллиметр, где-то пол миллиметра, ребята, раковина.
Я сейчас, значит, включу бормашинку и постараюсь его как бы заровнять. Так, если тут, наверное, если там ничего не хочется, а если убрать, то вот. Ага, вот так. Сейчас я посвечу туда и сейчас включу. Ребята, значит, сейчас посмотрим, что у нас получилось, что мы там натворили. Ну, я вам еще скажу, ребята, что очень трудно его под 90 градусом держать. Ну, если к бичебу раткнуло, если только залин, знели, отмузал от градуса, да и чиру эс, ром, сори, пилеви, гавуки тут, маграм, чувен, ветсадет, радше, гуэцло. Короче, старались как могли, ребята. И вот такую штучку сделали. Значит, я сейчас закручу механизм, одену, значит, эту, как его. Я на паузу нажму сейчас, а то у меня, по-моему, память уже этот заканчивается на телефоне. И посмотрим, что получилось. На паузу нажму. Пауза. Ребята, вот все получилось. Оказалось, все получилось. Ребята, я признаю, что я впервые вот так ну, занялся бормашинкой и вот краном. Я имею в виду таким способом. Ну, короче, ну, дошло, что надо вот такую штуку придумать. И вот придумали. Еще я вам скажу, ребята, что кран всегда, значит, успеем выкинуть. Если хотите, снова стрепть. Винтилис он кан изгадак дебас, маграм он даже ведь саду тратком он дорог, как это здесь раме на игра, тогда что я не сгавал, где ты дрес, что я не смог ахихет, ребята, мы это все смогли, сделали, короче, и т.д., и т.п., и т.д., и т.п., короче, все получилось, ребята, бормашинка рулит. Ну это здесь что накапливается, может эта течка чуть-чуть идти. Ну здесь в этом что накапливается. Вот. Все получилось. Короче, вот такие пироги, ребята. Вот так, значит, убирается раковина оттуда. И, короче, все, короче, выход из положения всегда есть, ребята, оказалось. Выход из положения всегда есть, значит, и я вот по-грузински сказал, что всегда успеем выкинуть его, но надо постараться, чтобы сделать как-нибудь. Ну, вот такие пироги, ребята. Он еще, кран, значит, послужит долго. Ну, не знаю, посмотрим, короче. А, давай, хватит тебе. Че ты, эй, писюнка. Пись, не надо больше. Так. Ну, это
такие пироги. Вот бормашинка рулит, ребята. Желаю всем, чтобы находили выход из положения, ребята. Вот, ох, это закроем, это, какая сцена. Вот бормашинка, это, ну, насадки, масадки всякие, осадки, резинки, мизинки. И кофе-мофе. Все, пока-пока, ребята. Всем здоровья и удачи!